стало известно, что блогер иноагент Юрий Дудь неожиданно прилетал в Израиль и даже взял большое интервью у празднующей свое 75-летие Аллы Пугачевой. Очевидно, что вскоре соотечественники узнают много интересного и не очень о себе и не только. Юрий Дудь, блогер-иноагент, совершил неожиданный визит в Израиль, где ему удалось провести эксклюзивное интервью с легендарной Аллой Пугачевой, которая 15 апреля отмечает свое 75-летие. В ходе беседы стало ясно, что в ближайшем будущем соотечественники узнают множество интересных и непривычных фактов о самих себе и о мире вокруг. Юрий Дудь снова в центре внимания. На этот раз блогер-иноагент решил побывать в Израиле, да не просто так, а чтобы взять интервью у самой Аллы Пугачевой. Очевидно, что встреча двух ярых противников России обещает быть насыщенной и информативной. Ранее сообщалось, что Никита Михалков рассказал, как поливающий грязью Россию Юрий Дудь получал деньги от иностранных компаний.